Что делать, девчонки, как быть мне, девчонки, как жить мне, девчонки, с моим мужеником? За шиллинги пени загублена Дженни, обвенчана Дженни с глухим стариком. Ворчлив он и болен, всегда недоволен, в груди его холод, в руках его лед. Кряхтит он, бормочет, уснуть он не хочет, как тяжко пробыть с ним всю ночь напролет. Брюжит он и злится, знакомых боится, друзей сторонится, такой нелюдим. Ко всем он ревнует жену молодую, в тугую минуту я встретилась с ним. Спасибо на свете, тетушка Хэтти, она мне дала драгоценный совет. Во всем старикану перечить я снова. Как замечательно!